будем делать в 2016 году, 39 домов. Везде мы будем убирать вот эти вот незаконные ракушки. Морозное субботнее утро не остановило встречу обеспокоенных жителей домов, дворы которых планируются к благоустройству, с представителями власти. Мы подготовили с администрацией Ленинского района соответствующие схемы благоустройства. В прошлую субботу мы пригласили всех жителей, предварительно ознакомив их по интернет-сайту с схемами благоустройства в кинотеатр «Искра». Была хорошая дискуссия. Сегодня мы приняли решение в субботу и воскресенье выйти на все 39 дворовых территорий для того, чтобы пообщаться с жителями непосредственно на месте. А сказать им есть что, так как проблемы действительно имеются. Побитый асфальт на тротуарах, грязь и ямы на дорогах, которые мешали добраться до места встречи нашей съемочной группе, вот лишь небольшой список тех минусов, которые мы заметили. Помойка прям под окнами и большой объем мусора, и мы просто хотим немножко ее перенести. Привести в порядок, восстановить асфальтодорожное покрытие, запретить парковку на тротуарах путем установки столбиков, для того, чтобы пешеходы могли свободно проходить. Нужны объездные дороги, выезд, ну, конечно, они планируются, да, но когда это все будет? После сбора жалоб и предложений администрация начнет подготовительный период, чтобы уже весной приступить к решению проблем. Это планы 2016 года. Бюджет 2016 года уже сформирован. На следующей неделе он будет принят Советом депутатов поселения. И я вам скажу, что цифра на комплексное благоустройство заложена в размере 160 миллионов рублей. В прошлом году сделано многое, но в 2016-м планируется сделать еще больше. Нам остается лишь ждать начала благоустройства дворовых территорий и верить, что наш город заиграет еще более яркими красками. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.